Здравствуйте. В общем, это хэллоуинское видео. Да, именно сегодня я решил выбраться на природу, приоделся, чтобы вы увидели эту золотую осень и типа Хэллоуин. Я на самом деле хотел снять что-то другое, но тыквы у меня нету, ничего я больше не придумал. Собственно, это все. Как все? Это не все. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Точнее, мне никто не писал вопросы, я просто их сам придумал. И это нулевой выпуск, именно поэтому вот Zero. Нулевой выпуск. Да, симпатичный. На Хэллоуин я больше ничего не придумал, но у меня есть фейк-ган. Это фейк-ган. Фейк-ган. Это все синема. Блин, здесь так тихо, я так не хочу шуметь. Здесь так тихо, тут я еще и прям как на ладони. Меня видно, я нахожусь на болоте. И тут живут люди. Да, ну не прямо на болоте, вот там, где вы их не видите, но не есть. Блин, я хочу выстрелить, праздничный салют, что же делать? Это вообще мой первый влог, который я снимаю, типа, прям на улице, прям вот все вот это вот. Первый мой влог, конечно, это сыково немножечко, но ладно. Ладно, была не была. Не понял. Так. Во. Ау, ау, щит, щит, ещё, уа. Да что ты? Йоу. Йоу, эшкере. Ой-ой-ой, так, ладно. Все, надо пора начинать отвечать на ваши вопросы. Ну, ваши, наши, неважно. Все, let's go. Видно, как у меня запотели очки? Да, да, я страдаю ради вас. Ради вас, а вы даже лайк не поставили. Ну, вы поняли, да? Первый вопрос. Это насчет стримов. Наверное, большинство моих активных подписчиков приходится стримов и очень ждут стримы. Но что я хочу по этому поводу сказать? Я до этого говорил, что я боюсь одной херни, которую я услышал от человека, который уже давно занимался Ютубом. Это то, что если на канал снимать разный формат роликов, то есть шорцы, видео, стримы, в общем, все вместе, то залетать не будет ничего. Да. И что я хочу сказать, это частично правда, частично можно сказать правду. Во-первых, потому что не знаю, как работают алгоритмы Ютуба, но, возможно, даже некоторые люди просто хотят именно только стримы. Они не смотрят ролики, потому что их интересуют только стримы. Ну и что же касательно меня, стримы, я не знаю, когда будут. Я не знаю. I don't know. А, ну все-таки ладно, на стримы отвечу. Это стримы будут, когда я уже наращу аудиторию. Потому что я заметил, что в последнее время на стримах у меня одни и те же люди. И на стримах почти нету подписок. То есть новых людей там почти нету. В общем, второй вопрос насчет детского контента. Да, я не шутил, я реально буду снимать что-то подобное. Сразу хочу сказать, да, я в сообществе написал типа с 1 ноября что-то произойдет, и, в общем, сейчас я отвечаю. В общем, сразу хочу сказать, что контент не будет сильно дегротский, то есть он будет заметно меняться, но он не будет прям про какое-то говно или еще про что-то совсем уже тупое. Потому что это даже я сам себя буду не уважать, если буду такое снимать. В общем,
Да что такое? Да, вот так гораздо лучше. Зачем я вообще их напялил? Ладно. Собственно, что еще могу сказать про детский контент? Зачем я буду его снимать? Для того, чтобы нарастить подписчиков, просмотры. И просто так работают алгоритмы Ютуба. Они почему-то теперь продвигают детский контент. Раньше они продвигали летсплей, там игрушечки разные, но сейчас я это пытался снять, и вы сами видите, какие там просмотры. Так, можно ракурс поменять, но там светит солнышко, что же делать? Третий вопрос, это насчет лица, потому что меня просили показать лицо, и я покажу лицо на 17 тысяч подписчиков. Почему 17? Потому что я родился 17 сентября, и эта цифра для меня имеет какое-то значение такое. Ну, в общем, вы поняли. На 17 тысяч подписчиков я показываю свой фейс. Дальше я буду в основном просто рассуждать о будущем Ютуба, поэтому вопрос-ответ, в принципе, можно считать законченным. Пишите мне в комментарии свои вопросы, я потом когда-нибудь на них отвечу. Ну а сейчас просто про канал, про все это. На Хэллоуин я хотел снять ролик с тыквой, что я вырежу из тыквы лицо и надену на себя, но тыкв у нас уродилось мало, ну и покупать я не особо как бы хочу. Я еще хотел купить колу и ментос и смешать их, но это уже тоже в прошлом контент какой-то такой. Что еще могу сказать? Ну, вот и все, в принципе, детский контент будет, вы можете даже отписаться, потому что, да, к сожалению, YouTube так устроен, что почему-то раньше залетали летсплей, а теперь залетает вот такая вот параша. Мне приходится ее снимать. Как бы мне это ни хотелось, но продвижения будут, если я не буду снимать, продвижения будут очень маленькие, и... Например, вы скажете, ну у тебя же залетали ролики там про GTA, про ютуберов других. Ну поймите, я не всегда могу делать такой контент, где много монтажа, где я могу записывать свой голос. Вы же наверняка думаете, что это все с первого раза, я там наговорил, но нет. У меня этих неудачных кадров на год вперед еще. В принципе... Даже могу привести некоторые аргументы. Даже видео, где я добавлял много монтажа, они не залетали. Там были хоть 30 просмотров, хоть 70 и даже меньше 100, но это просто даже не цифры, это мне никак не помогло. Опять же скажу, пишите свои вопросы в комментариях, ну и на этом мы с вами будем уже заканчивать. Может еще раз пальнуть, а? Может быть еще разок? Ладно. Под конец давайте я вам покажу красоту, вот эту вот. Только посмотрите, а, какая красота. Да. Ну что ж, в России у нас, конечно, не празднуют Хэллоуин, но я все равно скажу вам счастливого Хэллоуина. Ну и потом мы скоро с вами увидимся. В сообществе, может, я что-нибудь еще напишу там, какие-нибудь новости. Ну а с вами был я, Майк. Всем удачи, до скорых встреч и пока-пока.